Вот вы говорите, читаете с упоением. Вы ведь очень часто на обложках бываете, да? Не могу сказать, что так часто. Мне попадались. Вот все эти три раза, что я была на обложке, я вам попалась. Угу. Нравится вам сниматься? Вот потому что сниматься на сессии, приезжать и позировать, это не то же самое, что играть. Это совершенно замечательная штука. Когда приезжал Макс Вадукул, вот это было круто. Угу. Если такой фотограф, он снимает знаменитостей по всему миру. У нас, да, день пиара, теперь мы фотограф. Да, пиарим, нет, да. А это действительно крутой фотограф. Угу. Вот у него было клево. Угу. А вот, ну, с Локтевым здорово, да. Но все зависит от того, кто тебя снимает, угу, понимаете? Был такой Микола Гнесюк, был такой Гневашев, был такой фотограф. Он есть, mm-hmm, он есть, он жив. Mm-hmm. Вот. С интересными художниками, фотографами интересно. А когда тебя снимают просто так, то есть это спячка. Не бывает такого, мне коллеги жаловались, просто журналисты, что вы отказываетесь сниматься. Не сниматься в кино, а сниматься в там, фотосессиях. Или это неправда? У вас есть агент? Да. А значит, выходит на агента, а, наверное, не, нет, на вас. Не потому я. Что, потому что... Не я, точно могут путать с Марией Андреевной, может быть, я нет. Ничего, а что отказываться-то? Если это какой-то хороший глянцевый журнал, почему нет? Еще на обложку, да класс. Угу, угу. Да даже если вы тут меня снимали для... Не скажу, какого журнала. Чего так? Потому что не могу сказать, что... Я потом посмотрю фотосессию, но мой кот сказал мне, ну-ка, быстро умойся. Я говорю, а что, у меня плохой грим? Он говорит, отвратительный. Угу. И на следующий день я прихожу в гриме после наших девчат, он говорит, вот сегодня можешь не умываться, тебя хорошо загримировали. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».